И у нас последнее включение, собственно, нашей импровизированной студии. И в гостях у меня генеральный директор завода ЖБИ Александр Полянский. Александр, приветствую. ЖБИ-2, конечно. Приветствую вас. Как вам вообще атмосфера? Насколько захватило это событие? Атмосфера прекрасная. Я здесь неоднократно уже бывал. Бокс очень популярен в Воронеже. Он популярен и среди как любительский спорт, и как профессиональный. И все, кто сюда приходит, они получают заряд бодрости. И я считаю, что любить спорт они будут всю жизнь. А ваш завод ЖБИ-2 является главным спонсором, собственно, этого мероприятия. Это же неспроста, наверное, потому что вы сами очень любите бокс. Я не только люблю, я когда-то в молодости занимался им. И хотя я мастер спорта Советского Союза по подводному спорту, я еще и чемпион Воронежской области по боксу, но в те давние времена. Прекрасно. Поэтому тогда вы, наверное, как никто другой, можете почувствовать вот эти эмоции, которые испытывают бойцы, выходя на... И эмоции, и я очень вообще-то удивлен, что у нас в Воронеже... Да, такое мероприятие на таком высоком уровне могут организовать. Я считаю, что это ребята активные и талантливые. А вообще промоушен, да, Виктор и Тим, который всем этим занимается, растет, развивается. Да. И с каждым разом это мероприятие становится все более интересным. И люди, я вижу, очень заинтересованы. И я считаю, что мероприятие очень полезное, потому что оно уводит молодежь от дурных занятий и больше привлекает к спорту. У нас впереди главные уже события, собственно, этого вечера. Ну и, конечно, Осипов против Терентьева. Основное, то, что мы ждем. Да. Вы непосредственно от этого боя чего ожидаете? Я ожидаю, во-первых, красивого бокса. Я ожидаю, что другие участники увидят много из этого бокса и возьмут для себя тоже. Отлично, спасибо большое. Мы будем ждать основных событий нашего основного карда. А я с вами прощаюсь. Всем спасибо, кто был вместе с нами в этой студии. Ждем основного боя Терентьев против Осипова.